Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sackgrid 3, продолжаем проходить эту игру. Ух ты, это что, сразу босс так на начале? Это уже такая локация, как бы. Ай! Ай! Ну! Вот лед это и все такое. Ай! Убегаем. Ай, да. Так. Сейчас еще нас убьет. Нет. Сразу босс так на начале, нифига себе. Че, не убили еще? Во, новый уровень, нифига себе. I'm sensing something. Yes. А чё, чё, новая... attacking the western wall. Can you make it over there? Новая какая-то... баба вот это уже нам подсказки дает, не то, что было. Там мне больше нравилось. Хотя, может, с этим еще не так познакомились, потом посмотрим. I think I'm supposed to open one of those doors for you. Ah, wrong door. Try this one. Sorry, Ari, I didn't exactly leave instructions on how this works. Так. Так быстрее передвигаться, если вот так. Вы что, ребята, с ума сошли? Куча боссов, что-то. Так. Так. Фу, все убили. А мы вообще туда пошли? Ну там же вроде только одна дверь была открыта. А тут сундук, а не проход какой-то. Вот. Тут сюда нам бы вроде. Не знаю. Давайте назад пойдем. А, вот сюда. А, как бы два прохода открыт, ладно. Так. А ты куда бежишь? Watch out. Zane's ice monsters are swinging spells, but we still need you on the western wall. Опять вот тот чувак. Опять вот тот босс. Cut deeper. Или нет? My seraphim saw Aria. She's out there, alone. Trying to reach the shrine. They couldn't get to her. А, нет, не тот босс, они как бы кидают, да, вот это. Так. Сейчас. No. Zane's soldiers have overrun the western wall. If you fight through enemy lines, you still have a chance to take it back. Who's running this wall? The enemy is already in the city! Ребята, вы что, прикалываете? Так, на. На. Да иди ты. Силовик. Давай, 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 давай. Чуть-чуть-чуть. Все, отлично, убили. Так. 14 уровень. You're doing great. The breach in the wall is just over there. Okay, if I'm able to set up a force field, it will secure the wall. Can you hold them off while I figure this out? Так, так. Eradicate them! Еще кто-то? Ну щ... да. Ну, все, нет.
Нет, force field went to the east wall instead of the west. Hang on while I fix this. Ребята, вы что, прикалываетесь, что ли? Может, ну, в принципе, лезут, долезут, долезут. Ария made this look so easy. Wait, there is one more thing I could try. Да ты вы че? И тебе. Еще бегут, ребята, вы что, прикалываетесь, что ли? Идите сюда. Ну чё, еще кто-то? Все. It's up. The west wall is safe. Thanks. I'll get the hang of this. А сейчас куда? А? One little triumph, and the sheep believe themselves wolves. Сейчас сюда. By the God, why not? Нихрена себе, сколько вас там. Zane's troops got through the main gate. What are you waiting for? Go, go. Так, давай, 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 потопали туда. Опять босс какой-то сейчас будет 100%. Пришло еще темная сфера. На, ты уже... Ты сферы капут. Все, одну не... Почти что нас убило, зараза. Давайте уже быстренько это убьем. Разрушим. Черт, все. Ай! No more troops can enter the city. Так, все. Eviscerate them. Убили всех. И сейчас, сейчас, сейчас сюда. Ох. Только не говорите, что еще один босс. О, вернулась, вернулась. Вернулась-то. Которая всегда нам помогает, да? Давайте, давайте. What to do if they save the little fly, the shrine? Save the shrine and the spider eats the fly. Я понял. Ай, дайте. The shrine connects. Так, так. No choice but to defend it and pray the gods protect you. Так, теперь защитить, да? That's so low, it's in the lower crusts of the earth where fairies live. Казнить? Бам. Да хорэ... Вот эти пулеметчики или чё это? Не пулеметчики, а... Которые взрывают. Убили? Так, всё? Нет, не всё. Да, ребята, вы... Харе уже стрелять. Слушай, ты... И тебе на... Ага, сейчас не выстрелишь, зараза. Так, казнь. Че, не умер? Вот сейчас умер. Казнь. Все, you destroyed that bastard's men. Now, go get my daughter. I'm counting. You got it. I don't envy Zane right now. Так. Сейчас сюда. Почти 15 уровень. Нифига себе.
Активировать мод при помощи энергозахвата. Понятно, что требуется. О, дух уровень 2. А, вот как они уровнем поднимаются. Понятно. Ай, дайте вот это заполнить. Так. Да иди ты вот сюда. Так, еще чуть-чуть. Хотя как чуть-чуть, сколько тут? Давай. This little bug is a strong shell. The ice of centuries should crack it right open. I'm gonna crack him open in a minute. Сейчас какой-то мозг большой. Zane's elite will try to stop you, but you can't make them. I can feel her pain. Do you understand? The little ants scurry about before the boot stamps them out. Козить. Вот, наконец-то убили. Eradicate them! Так. Сейчас. А куда мы вообще? Какой-то. Ну да, крепость какая-то. Казнить! Еще бегут. Tear him open! И на. Все, всех убили. Походу всех. Так, сейчас нам куда? Ага, вот сюда. It's so cold. Aria, hold on. Stay strong. Nobody picks up on Aria. Так, да всех убили. Make them pay. О, сражение с боссом. Ну чё, давайте. Какого-то босса, фиг его знает. Ну, 100% какой-то ледяной. Так, ну чё. Ах, давайте. О, это её заморозили, никого. Ну, как я, в принципе, говорил. Подавать столько лима. Ай! Aria, you come back here, coward! I swear I'll kill Zane myself. Take that thing down and try to free her. I can feel her heart beating. This creature is trapped in an ice. Вали! Хотел свалить, а нет, свалил. Ну конечно, нормально ты сносишь, но нет. Прям убиваешь одного удара. Давай еще чуть-чуть силовой прием. Давай еще чуть-чуть. Почти что. Один удар, да, еще серьезно. О, новый уровень. Ух, третий уровень пушки даже, офигеть. Давайте быстренько это собираем, пока это не пропало, как оно. В принципе, всегда. Потому что ее украли, да, и мы ее спасли, можно и так сказать. А как мне ее забрать? Тут же вот этот круг. Офиг его знает, может в следующей миссии посмотрим. Ладно, давайте отсюда. Храм Айскрика. Айскрика. Айскрима прочитал сейчас. Хотел прочитать, но не прочитал. Ну чё, давайте. Какой там? 15 уровень, не на тебе. Так, что тут мы можем улучшить? Рой кровососов, ядовитый удар, удушающий газ. Шипастая ловушка. Так, нет. Чё мы ещё можем? Вот, духи. Боевой маг, второй уровень.
Существует 20%, 20% вероятность запустить цепную молнию, которая прыгнет 4 раза и будет наносить 85 урона каждого предыдущего прыжка энергосферы и восстанавливает вам на 20% меньше энергии. Нет. Не хочу. Вот это у нас какой? Это у нас... Это загадочное копье было найдено в глухих местах Анкарии. Шип Анкарии наделен сущностью природы и черпает силу земли так, как будто произрастает из нее. Вот. Длина сектора атаки увеличивается на 30%. Ну, в принципе, тоже нормально. Ладно, ребята, в принципе, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.